есть, есть. О, присоединились. Да, привет, друзья. Не знаю, нет у меня специальной поставки под телефон, чтобы он стоял как-то и было удобно. Поэтому, насколько слышно, хорошо, плохо, нормально? Потому что, если что, возьму в руку. Да, нормально, да, привет, спасибо. Ну, значит, я часок поспал, немножко заспанный. Шум от машин, слушайте, ну, блин. Так, кондиционер придется включать, а мне лень, если честно. Ну, давайте, ладно. Закрою, попрошу жену включить кондиционер. Включи кондиционер. Как с высоким ростом накачаться? Да нет никаких проблем с высоким ростом. С приседаниями есть проблемы. Не надо приседать вам со штанги. Это не самое хорошее упражнение. Вот. А все остальное, грозный привет. Ты много грузил? Хороший вопрос. Глупый, естественно. Вопросы можно задавать? Конечно. Здоровье? Да все более-менее, спасибо. Днем спать клево. Слушайте, да, я завтра уезжаю, поэтому хочется как оценить игру сборной России на Евро. Ну, не знаю. Помните этот, который с телевизором разговаривал? Не помню какого, Дурин, одним словом. Вот, он говорит, кривоногие, что я могу сказать. Я думаю, что я бы мог усилить их команду. Ну, в смысле, хуже не стало бы, учитывая, что я футбол играть не умею. Можно ли качаться малыми весами? Я уже отвечал на этот вопрос. Накачаться нет. Приедете в Томск на семинар? Слушайте, не помню. Томск должен быть у нас любит Томским. Если приболели, да, я бы пропустил на вашем месте тренировку. Но если вы там никакие сверхзадачи не ставите, не готовитесь к соревнованиям и не хотите гробить здоровье. Занимаюсь сплит тяжелый, потом неделя аэробная, потом пропустил, честно говоря. 5 литров воды в день много, если жарко, нет, немного. Так, конечно, многовато. Но если ваши почки работают, здорово. Статодинамика просто огонь, я знаю. В Москве на семинаре про что будете говорить, не знаю. Плюс-минус питание, тренировки, добавки, да все что угодно. Почему высоким приседать не надо? Потому что от приседания у высоких людей ноги, как правило, не растут. Есть особенности рычагов. Здоровье все более-менее, аритмия только немножко мешает жить, а так все хорошо. Ну, буду решать вопрос с аритмией, видимо, в конце 2016 года. Как убрать шишку на попе? Не знаю, есть секретные примочки, надо найти у тех, кто пользуется. Поздравили с Ульянова? Нет, не поздравлял, мы не знакомы. Когда Нижний Новгород? Слушайте, вот не помню, на ближайшие 2 месяца не помню. В Москве в Алекс Фитнесе будет семинар, да. Арзамас, привет. Мы в Арзамасе будем 13 апреля, на день рождения нашего друга. В Хабаровске бывали? Бывал. С Семенихиным общались, да. Сколько стоит у тебя подводка к соревнованиям? Я стараюсь сейчас спортсменами не работать. Поэтому нисколько не будет стоить. Я не хочу ни больше спортсмена работать. Вот. Неблагодарные они люди. Мне не интересно с ним. Расскажи об эпиляции в обычной жизни. Я не знаю, что они рассказывают. Почему? Как в Челябинске. Челябинск крутой город. Мне очень нравится. Но с Мишкой не смогли встретиться, потому что он в этот момент уезжал из Челябинска. Поэтому я имею в виду с Кокляевым. Сколько вообще стоили тренировки? Где стоили? Извините, не понял. Как тренить ноги высокому? Как угодно, только не приседами. А какого роста считается высокий? Ну, я не знаю, за 185 это уже однозначно. Отношение к Локому Дмитрию, как к спортсмену, очень уважительное, да и как вся его деятельность, в общем, он не предает своих поклонников и по-прежнему делает то, что умеет, а то, что он зарабатывает денег, то, что многих это бесит, меня это радует. То есть человек умудрился монетизировать свои знания, титулы и звания. Магнитка ждет на фотосет со сталью. Да, я тоже хочу со сталью сделать фотосет. Семинары в родном городе, в Питере, что-то я не помню. Вот таких прямо совсем не помню. Выпады можно делать. Можно ли уменьшить размер косых, качая их в день без углеводов? Без углеводов ничего не получится, какая разница. Без белков, да, но я бы на вашем месте не экспериментировал. Скорее всего, еще больше будут. Бой Федора смотрели? Да, смотрел в Магнитогорске. Там плюс 3 часа, я чуть не помер, потому что и спать хотелось, вот, надо было вставать рано. Да, смотрел.
Как тренироваться, если больная спина? Да как? У вас не так много ограничений. Тренироваться с учетом ваших ограничений. Тренировки с протеин с утра, даже если вечером не было тренировки, ну а курицу днем, даже если не было тренировок, какая разница? Протеин — это белок. Если вы его используете, ну, пейте его с утра. Сколько может храниться открытый протеин БЦА? Посмотрите у производителя, у них есть надпись, сколько он может храниться, я не знаю. Привет с Волгограда. Волгоград, вот мы у вас точно будем в конце лета, это точно. Привет, тезка, тезка, привет вам тоже. В Новосибирске, не помню, будет там конвенция, скорее всего, в Новосибирске, буду, по-моему, в сентябре или в ноябре, не помню. При сахарном диабете какой лучше протеин употреблять? Смотря какой у вас сахарный диабет, я же не знаю, если у вас инсулин чувствительный, нечувствительность к инсулину, это одно, вам без разницы, а если у вас недостаточно вырабатывает поджелудочная железа, то, естественно, с минимальными сахарами. Что не были, да, в Самаре будете, планирую, надеюсь, что даст. Динамика женщины подойдет, еще как подойдет, потому что женщина из медленных мышечных волокон состоит в существенно большем соотношении. Когда будет ближайший семинар в Москве? 1-2 июля. Домашнюю сыворотку нужно пить тоннами, как источник белка? Не знаю, не знаю, никак не знаю, не так, домашнюю, вы про мосты что-то, видимо, про мое образование. Спасибо за семинар во флекс-спорте. Спасибо вам за то, что пришли. Есть смысл от пептидов? Я не видел никаких пептидов рабочих. Но еще раз говорю, может быть мне диабет Майкла Фелпса, а как можно прокомментировать? Я не знаю, что комментировать. Статодинамики должны мышцы болеть? Могут болеть, могут не болеть. Болевые ощущения не говорят ни о чем. Как у вас дела со здоровьем? Спасибо, все хорошо. Ну, относительно, конечно. Частота тиреического сечения при статодинамике может быть 150-160, ну и не знаю, что вы там делаете. У меня больше 125 не поднимается, для меня это принципиально. Как употреблять липо-6, в каких дозах? Откройте, переверните баночку и почитайте, там все написано. Я, к сожалению, не помню отдельно взятый сжигатель. Добрый день, привет из Люберец. Люберцы, привет. Тренировка натурала 5 раз в неделю. Количество раз в неделю не принципиально. Для натурала или для ненатурала. Важно объем и интенсивность. Супы за или против присушки на наборе? Я супы не ем, поэтому я к ним никак не отношусь. Что скажете насчет возвращения Леврона? Скажу, что он крутой, но не знаю, зачем он это делает. Потому что... Нет, я не врач. При повышенном эстрадиоле тормозить ароматизацию? Ну, если у вас на уровне повышенного эстрадиола и тестостерон повышенный, то нет, не нужно. Ну и если у вас нет никаких симптомов, да, ароматизации. Есть план еще посетить Москву, есть. Улечу в Москву в следующую пятницу, снимем видео с Body Money, с Димой Яковиной встречусь, и два семинара будет. Можно пару слов о клёне. Если о дереве, то, пожалуйста, если о кленбутероле, то нет. Сколько воды на 1 килограмм? Есть разные формулы, вообще правильно рассчитывать. Мы на семинарах рассказываем, как рассчитывают. Ну, там примерно порядка 35 миллилитров на 1 килограмм вес тела. Ждем у Владимира, спасибо. Где семинары послушать? Ну, на семинаре, естественно. Максимум 3,5 ТВ3. А, это, видимо, кто-то, Стас, как бороться с задней дельтой, если очень плохо растет. Не бывает, и значит, неправильно тренируете. Нужно делать специализацию в различных диапазонах повторения тренировать. Я не видел ни одного человека, который ко мне попадал, и у него не вырастали плечи. По крайней мере, у меня тут невозможно. Говорят, что пропустил, извините, не успел прочитать. Кину хочу... Господи, давайте сейчас мы заблокируем тогда дебилоидов. Так, сейчас... Семинары класс, вы с Михаилом просто супер, спасибо, мы старались. Можно ли принимать стероиды при гипертонии? Я не знаю, я думаю, что нет. Потому что большая часть из них, процентов на 90, приводит к повышению артериального давления. В Архангельск не планируем ли, на памяти не, в расписании нету. Но у меня память только на месяц вперед, потому что потом, к сожалению. Как стимулировать аппетит? Полно способов, как бы его наоборот прибить. В Москве будет в Алекс Фитнесе, поэтому выложу афишу, наверное, где-то в понедельник, воскресенье.
выпирает живот, что делать? Скорее всего, это висцеральный жир, избавляться от него. БЦА без протеина действует. Что значит действует? БЦА, триаминная кислота, они свою функцию выполняют. Стоит ли делать кардио на наборе? Я стараюсь делать. Ну, мне сейчас нельзя, но я бы делал всегда кардио. Кардио перед сном, сразу сон. Скажите пару слов. Да, пожалуйста, сделайте кардио перед сном, выпейте или съешьте продукты белковой природы, ложитесь спать. Знаете ли вы о канале Немагия? Ну, естественно, знаю. Можно ли женщинам делать вакуум? Можно. Уже есть афиша в группе Optimum Nutrition. Есть, действительно, просто я выкладываю чуть позже. Как бы прибавить аппетит? Прибить аппетит. Вот у меня тоже самые большие проблемы, поэтому пью сейчас много воды, стараюсь. К кефиру я его не пью, к сожалению или к счастью, ну, не получается мне. 5-6 литров воды, у вас хорошо почки работают, просто эта цифра чуть больше, чем у обычного человека. Поэтому сдайте анализ на гематокрит и посмотрите, если все хорошо, то пейте вы свои 5-6 литров воды, если вас не сильно напрягает. Тогда углеводы придется снизить, как набирать объемы? Да я не знаю, потому что вы все привязались к этим объемам и к углеводам. Я сейчас ем от 50 до 70 грамм углеводов в день и возвращаю свою форму. И не знаю, зачем есть килограммы углеводов. Поэтому не знаю. То есть, мельдоний на наборе пойдет. Мельдоний к набору не имеет никакого отношения, поэтому он пойдет когда угодно. А лучше сначала базовое движение или изолирующее, смотря как у вас тренировка построена. Может, вы делаете комплексные сеты, тогда все наоборот. Кофе с молоком в межсезон без сахара на здоровье. Нужны ли бета-блокаторы для защиты сердца? Пропустил. Бета-блокаторы нужны, если вам прописал их врач. Самому их есть не нужно. Еда перед сном безвредна, все хорошо переваривается. В умеренных количествах прекрасно переваривается. И слово перед сном, вы же не лежа на кровати последнюю кладете себе в рот. На массу недели силовой... Ай, пропустил. Как не слить массу при заболевании гриппом? Креатин, моногидрат. Я ел по 10 грамм, лежа в больнице. Это странно, но я нашел исследования, которые говорят, что удерживают. Ну, я потерял, конечно, но у меня было гораздо тяжелее заболевание. Тренировка пампинг эффективна? В моем представлении более чем эффективна. Но опять же, сколько делать кардио на массе? Не знаю. Начинайте с какой-то внятной цифры и манипулируйте. Креатин работает. В моем рейтинге это на 5-м месте одна из самых рабочих добавок. Здравия желаю, спасибо и вам. Расскажите про креатин, пожалуйста. Слушайте, и статей перенаписано огромное количество. И я в «Железный мир» буквально вчера отправил свое интервью по этому делу. Вот. Андрюха спрашивает, это старая фотка сейчас? Сейчас, ай, не получается. Так. Это у меня тут мой доктор. Спрашивают, я выложил в Инстаграм фотку старую. Андрюха, если видишь, нет, это фотка трехдневной давности. После еды хочется есть, что это? Не знаю. Померите уровень сахара в крови, посмотрите. Девушкам нужен креатин, у меня с ним вес стоит. Ну, я не знаю, нужен ли девушке. Какие вы задачи решаете? В Сочи не собирались? Собираемся. Будет, наверное, у нас семинар Сочи, Краснодар. Должен был быть Крым, но, видимо, нет. Топ-3 пищевых белка. Пищевых, не знаю, индейка, курица, говядина, примерно так. Как вы относитесь к творческому Немагии, практически не видел ничего там, где они меня как-то не задевают, поэтому трудно ответить. Не расту предплечья, как тренить? Ну, там не так много упражнений, я как тренить не знаю, честно говоря, никогда не тренировался. Левого у меня вообще нет. Краснодар после Москвы? Нет, нет. После Москвы домой, потом в Орел. После Орла на Бали. После Бали не помню. Там либо Казахстан, либо Украина. Посмотрим. Как советуете принимать креатин? Периодичность дозы. Креатин для мужчины 10 грамм в день отдыха в 2 приема, 5 грамм в день тренировки. 6-7 недель пьем, 3 недельки отдыхаем. Мусульманского поста меня спрашивали, как питаться. Я затрудняюсь. Это реально для меня загадка. Пензу вообще не собираетесь? Не знаю. Слушайте, в Казахстане, где буду, не знаю, какие города, знаю, что диалог идет. Нет, на Бали будет отдых. Отдых будет на Бали. Хотя, слушайте, я был в Китае, чуть там семинар не привел, поэтому черт его знает. Если там русских много, то наверняка получится. Хороший вопрос про топ-5 добавок, Станислав, расскажите. Сыворотка, рыбный жир, казеин, витаминно-минеральный комплекс и креатин-моногидрат.
Кроме пептидов, что для девушек можно, а я про пептиды не уверен, можно ли девушкам. В Ростов-на-Дону в планах есть? Думаю, что да, но, к сожалению, не помню. Как употреблять липо-6, в каких дозах? Уже сказал, берете баночку, переворачиваете, и там написано. Как? Явно в рот. В каких дозах? Там тоже написано. Я не помню, на память все жиросжигатели. Как бороться с гинекомастией, если она уже есть, и она носит не жировой характер, а железистый, то только иссекать ее. Что в сыворотке такого, что заняла первое место? Цена-качество. Вот и заняла она место. Причем не только у меня, а во всем мире. Льняное масло какие-то пропустил. Максимальная тяга в лучшие годы, какая была у вас? 200-275 или что-то в этом роде. Ну, как-то вот так. При подъеме на бицепс ломит кости в районе предплечья. Не только у вас, так что не переживайте. Л-карнитин действует, переносит жирные кислоты, никуда он не денется. Это его опция. Бег 40 минут нужно ли одевать наколенники? Никогда не одевал, но знаю, что некоторые люди, у которых есть проблемы со связочным штанным аппаратом, это делают. Для суставов что лучше? Коллаген и хондропротектор. Не чувствуете жима при узком хвате? Ну что делать? Учитесь чувствовать или как минимум меняйте упражнения. При заболевании почек можно употреблять протеин, смотря какое заболевание, не знаю. Нужно понимать, что любая белковая пища дает достаточно, как токсический компонент, дает нагрузку на печень, потому что на почки, потому что почки являются, фильтрует и выводит, поэтому не знаю. Пьете казин или творог лучше? И для меня творог точно не лучше, поэтому однозначно нет. Руки в силовом или на повторках для роста? Да не бывает такого, что либо-либо, и то, и другое. Метан в таблетках убивает печень? Не знаю, я как-то не проверял. Кока-кола лайт влияет на процесс сушки? Да, влияет в худшую сторону. Все-таки инсулин вырабатывается на... Я уже говорил про рейтинг спортпита и даже писал. Извините, второй раз повторять не могу. От жира небольшая аритмия появилась. Кардио можно? Слушайте, я вот сейчас с аритмией очень серьезно борюсь, и я не знаю, я понимаете, ее десятки видов. Ее реально десятки видов. У меня теперь два вида аритмии. У меня аритмия трепетания предсердия, еще атипичная аритмия. То есть и все оказывается не так просто. Правда ли Кока-Кола помогает перевариванию? Нет, неправда. Врач выписал мелдронат, расскажите препарате, а что рассказать? Откройте, почитайте фармакокинетику, почитайте предписания, они там очень внятные. Это один из немногих аптечных препаратов, где есть в аннотации использование спортсменами. Как тренировки? Да спасибо, хорошо. Стал динамика на бицепс сидя делать? Ну, я делаю, сидя делаю, но у меня есть проблемы, у вам таких проблем нет, наверное. Чем заменить недостаток углеводов на сушке? Ну а чем? Ну белком, скорее всего. Остаток динамика упражнения базовые изолированы. У меня и те, и другие в тренировке, но это больше дань, наверное, памяти какой-то. По идее, изоляция ничуть не хуже остаток динамики. Какой для вас самый красивый город в России? Мне очень Казань нравится, мне очень нравится... Казань, наверное, Казань, да, после... Сколько повторений в подходе на массу? Не бывает количество повторений на массу. Бывает время под нагрузкой. Челночный бег как кардио? Ну, не думаю. Калий выводит воду? Знак вопроса. Нет, калий не должен выводить воду. Как часто менять программу тренировок? Если вы в программе тренировок имеете в виду сочетание мышечных групп хоть каждый день, если вы меняете тип нагрузки, ну, тут какие-то циклы должны быть. Стоит ли применять регидрон или изотоник в банке? Регидрон дешевле в разы будет. В разы дешевле. С Голубочкиным знакомы? Да, знакомы. Дима, привет тебе. Странное дело. Ромбовидные воруют нагрузку широчайше. Тут не странное дело. Так бывает. Говорят, что БЦА блокирует рост мышц во время тренировки. Во время тренировки мышцы не растут, поэтому я не знаю, как БЦА может блокировать. Когда вы жест планируете? Не знаю. Слушайте, не знаю. Ну... масса плохо идет, как лучше работать, пересмотрите все подряд, и программу восстановления, и питания, и тренировок, где-то есть слабое звено. Как накачать середину трапеции, что такое середина, есть верх, есть низ, я даже не знаю, что такое середина, если честно. По вашему мнению, у вас были отстающие мышцы, когда выступали? Да, четырехглавые, икра. Ну, собственно, ну так получилось.
Вы сейчас магний, да, пью. После вакуума через сколько кушать можно? Да не, нет никакой связи между временем после, после вакуума. И, по крайней мере, мне такие цифры неизвестны. В планах есть выступать, когда увидим на сцене, никогда. Вы что, с ума сошли? Вы хотите, чтобы я умер? Либо на сцене, либо в процессе подготовки? Нет, никогда. Проверь трапецию, знаешь, что лучше из упражнений. Друзья, откройте анатомический атлас силовых упражнений Делавье и посмотрите, очень хорошее. Неделя развивающая по силовым, с двумя отказными подходами, неделя статус динамики нормально. Да, нормально. Ваш топ-10 пищевых добавок. Топ-5 говорил, 10 топ у меня же нет. Какие стероиды имеют наименьший откат по опыту? Наименьший откат имеет по опыту, когда вы правильно тренируетесь, правильно выходите с фармподдержки и очень корректно отслеживаете свои анализы. А к чем вы там готовитесь, я не знаю. Никогда не имел таких знаний. На тренировке нужно одеваться тепло, пропустил. За какое время тренировки лучше принимать белок? Не знаю. То есть перед тренировкой белок точно не нужно принимать, потому что, ну, специально, по крайней мере. Потому что нужны вам углеводы на тренировке. Когда в Екатеринбург, есть там у нас графики Екатеринбург, но не помню. Сколько через после вакуума кушать, я уже сказал, не знаю, потому что таких данных мне неизвестно. Водорастворимые витамины на пустой желудок принимают? Да. Вода лучше жиросжигатель? Нет. Вода лучший растворитель, это точно да. Повторите топ-5, пожалуйста. Извините, тут много других вопросов. Что будет, если не есть 2 часа после тренировки? Ничего не будет. А что должно быть? Выработали гормоны, не дали белков. Ну, как минимум, роста не будет. Ну, что, наверное, хорошо для многих. Не знаю. Витамины Е во время или после еды? Слушайте, жирорастворимые витамины принимаются все после еды, содержащие жиры. То есть слово жирорастворимые. Так, сейчас еще одного ублюдка заблокируем. Так. Витамины креатин, протеин, омега, казеин. Да, вероятнее. Ну, у меня сыворотка на первом месте. Перспектива Гусева на Олимпии. Ну, слушайте, непонятно, как они судят. И последний турнир, где Гусев выступал под вопросом судейства, было, поэтому не знаю. Не знаю. То есть я надеюсь, что попадет в топ-5-6, но нас, наверное, не очень любят сейчас. Гестерон для набора массы силовых — это так. Гестерон, предполагается, должен повышать уровень вашего собственного эндогенного тестостерона. Если сушка, курицу, творог на ночь есть можно, просто на ночь есть хочется. Я творог ни в коем случае не ем, еще раз говорил, поэтому в моем случае нет. На Неве отдали первое место Денису. Знак вопроса, я не помню, честно говоря, статистику Дениса выступлений, какой турнир, на какое место он... Почему не ездили на Европу после России 2014 года? А я уже был на Европе, выигрывал, второй раз ехать не хотелось, не знаю... На мир хотелось поехать, а мир всегда осенью. Вот. А осенью я никогда выступать не нравилось. Как вы относитесь к Голубочкину? У Димки хорошо. Водянов берет массу до 130. Есть у него шанс занять первое место? Не знаю. Судьи решают, а не я. То, что форма до и на сцене — две разных вещи. Если ем рыбу и морепродукты, все три омеги надо есть? Нет. Если вы нормальную рыбу едите, морскую, холодноводную, жирную, то не надо вам есть специальный рыбный жир. Вы на Неве отдали бы первое место Гусеву? Слушайте, вы задаете вопрос про несколько лет подряд, назад точнее, я не помню, честно говоря, формы. Вот. А отстает квадрицепс, можно приседать только фронтально, не делал классику. Да, я делал такие эксперименты, но практика показывает, что не работает какое-то одно упражнение, как какой-то такой триггер для роста. Вы пили омегу во время еды? Да, и что? Омегу тоже лучше принимать после еды, которая содержала какие-либо жиры. Одеваться в теплые вещи на тренировке можно. Слышал, что не рекомендуется. Нарушать теплообмен. Вы правильно слышали, не рекомендуется. Сколько яиц можно в день? Сколько угодно. Абсолютно нет цифр, которые говорят, в курсе ли влияет бета-блокатор на жиросжигание. Не успел прочитать, они влияют на уровень обмена веществ. Это точно. В Калининград не собираюсь, не знаю, хотелось бы. Как вы относитесь к Сити Флетчеру? Ну как, популярный чувак, крутой. Как спортсмен, по-моему, ничего не показывал, формы там не было особо. Ну,
кумир миллионов, наверное, я так понимаю, может быть, и десятков миллионов. Так что хорошо отношусь, чего. Сам характер тренировок мне не импонирует, но это никак. Как правильно выйти с низкоуглеводной диеты? Я желтки не выкидываю и не вижу в этом смысла. С низкоуглеводной диеты выходить так же, как в нее входили, увеличивая постепенно количество углеводов, либо переходя на белково-углеводное чередование. Грудь плохо растет. Ну, слушайте, я считаю, что значит где-то проблема. Ваше повышенное давление после приема адреноблокаторов, как долго держалось? У меня где-то месяц ушло на то, чтобы подобрать дозу бета-адреноблокаторов, чтобы давление нормализовалось, даже может быть больше. БЦА во время тренировок, да. Да, привет, здравствуйте. Перестал выкидывать желтки, не увидел разницу, вообще должны увидеть. Вы стали получать классный желток, в котором содержатся фосфолипиды, жиры. Другое дело то, что если у вас холестерин повышенный, это уже другое дело, а если нет, то все хорошо. Я сдаю анализы сейчас раз в две недели, отслеживаю, ну не знаю. У меня отдельный бюджет выделен на анализы теперь, где-то тысяч, наверное, 15-20 в месяц уходит на них. Овсянка с яйцами нормальная, завтрак нормальный. Омега-3 есть выращенная в искусственных условиях, просто она в два раза меньше количества. Не омега-3, а рыбного жира. Уличный тренажер с собственным весом породи на то, что в зале отлично заходит в стадо динамики. Ну, наверное, я не знаю. У нас в Санкт-Петербурге как-то с уличными тренажерами маловато. Я видел уличных тренажеров в Петрозаводске много. Вот. Какие основные анализы необходимо сдать для понимания состояния организма? Ну, смотря что у вас, не знаю, общая клиническая кровь, гормоны, не знаю, я сдаю однозначно гормоны, я сдаю по почкам, проверяюсь постоянно по моче. Ну, там специфические анализы на кровь для поддержания жидкости. Я пью кроворазжижающую, поэтому. А в Липецке есть уличный тренажер? Ну, потому что Липецк крутой город, а Санкт-Петербург, видимо, нет. Если вы пьете омегу во время еды, то эффект будет, а почему же нет? Просто омега-3 не надо холодной водой запивать с утра. Время тренировок слушайте музыку в наушниках и что? Не слушай музыку, у нас в зале играет такая достаточно лояльная, и постоянно с кем-то надо разговаривать, поэтому приседал ли я сотку на максимум когда-нибудь? Да, приседал немного, около 65 или 70 раз было, то есть, ну на мой взгляд, немного, раз 65, наверное. Ну, просто я знаю людей, которые приседают, в книге Гиннесс находят сотку при собственном весе, там, 90 килограмм, больше 200 раз приседают. Вот это круто. Это гиревики. Гиревики творят чудеса. То есть, тут с ними не поспоришь. Рачинский есть такой у нас в Питере. Л-карнитин в какое время лучше пить? Перед кардио и вторая часть можно перед сном. Икры много повторки или в силовом? Делите. Одну тренировку делайте много повторки, одну в силовую дважды в неделю. И делали когда-нибудь полуприседы со штангой? Если да, то зачем? Делал, да я сейчас делаю статодинамики, они есть полуприседы. Что вы думаете о возвращении Леврона? Думаю, что напрасно. Но очень интересно посмотреть, что будет. Почему нельзя омега-3 запивать холодной водой? Да можно, просто омега-3 лучше принимать с пищи, которая уже содержит жиры, холодная вода не содержит. Просто они гораздо лучше будут всасываться. Они хоть и сами жиры, но тем не менее, в качестве жира, когда есть растворитель, они гораздо более эффективно усваиваются. И бросить 190, не знаю, сколько должен быть вес, чтобы вы были здоровы, не знаю. Пьете ли масло с утра? Да, и как выяснилось, что оно уже прогоркло. Вчера выкинули пол бутылки. Вот приехал, почувствовал, что он горчит, сразу выкинул. Так. Да можно запивать холодной водой, я еще раз объясняю, просто после еды, а не на голодный желудок. Льняное масло сколько пить? Посчитайте количество жиров, необходимого у вас в организме. Я считаю, что две ложки в день, не обязательно льняного и какое-нибудь другое масло, будет очень хорошо. Как животик быстро подкачает, животик, не знаю, мышцы пресса вы имеете в виду. Делать упражнение на пресс быстро не получится. Протеин полезно, то же самое, что белок полезно. Из белка вы состоите. Хорошая фирма или масло? Солгар, хорошая фирма или марка? Я не знаю, что такое. Знаете ли вы Алексея Шредера из Беларуси? Дуральный атлет, как ваши отношения? Никакого отношения нету. Минут 5 посмотрел какой-то ролик, где он, потому что там меня где-то там зацепили. Вот, и поэтому я никак к нему не отношусь. Очень странный. Не знаю, молодой человек, он не молодой человек.
Мне 44 года. Вот. Никаких знаний там серьезных нет, но, видимо, он популярный, поэтому делает свое дело, я за. Сколько должно проходить времени, чтобы можно было сделать следующий прием пищи? Да вы можете пару дней сахара в крови смотреть, смотря какая пища. Сколько до тренировки едите, только углеводы. Я ем углеводы очень мало, поэтому сейчас вот закончу с вами болтать, поел свои грамм 50. Сегодня уже грамм, мне сейчас привозят пищу, съел 54 грамма углеводов, еще грамм 50 съем и все. Седрика Макмиллана, ну слушайте, он офигенный был в последнем своем турнире. Он позирует немножко стрёмно, но он, ну, конечно, чудовищный. Видео с динамики будет? Я думаю, что будет. Мы сейчас снимем на следующей неделе с мышцами и потом еще с бодиманией. За месяц можно скинуть 10 килограмм? Вряд ли. А почему отрицаете творог? Потому что на твороге я начинаю жиреть, причем не только я, и все те, кто со мной занимается, видимо, заболели этим. Можно есть в общественных местах из контейнера? Да ради бога, это лучше, чем в общественных местах курить и бухать. Какое количество белка на килограмм веса нужно для поддержания мышечной массы? Мужчинам 2 кило, 2 грамма плюс-минус, женщинам 1,5. Почему тяжело жир живота уходит? Потому что высокое количество инсулиночувствительных рецепторов, если вы мужчина, а точнее любого человека. И второе, из-за повышенного уровня эстрадиола, что тоже вполне возможно. Руки неделю на руководстве, а другая в силовом. Ради бога. Хороший вариант. Сколько времени отдыхать между упражнениями в статодинамике? 10 минут, 8 минут, либо делать упражнения на альтернативную мышечную группу. Сколько углеводов на килограмм веса? Смотря кому. Я ем около 0,5, может быть, до грамма доходит. Сколько серий делать на статодинамику на группу? Серия это у нас 4 на большую мышечную группу, 3 на маленькую мышечную группу. Ну, это мое мнение. Делать кардио на свежем воздухе? Нет, потому что мне кардио-то нельзя. Мне нужно, чтобы постоянно пульс мониторить. Я сейчас на дорожке хожу с пульсом 110, но это все, что мне можно. Да, добрый день. Почему не участвуете в шоу «Теперь ты в теме» как тренер? Потому что оно, по-моему, проходит в Москве. Я живу в Санкт-Петербурге, постоянно летать, но реально нет времени. Как девушке убрать жир с попы? Так же, как с любого другого места, диета, кардионагрузка. У меня режим творог перед сном пересмотреть. Да ради бога, ешьте вы творог. Я просто не ем. Проводить семинар на безуглеводке – это круто, вы молодец. Ну, не знаю, какая разница, если я живу так. Как погода в Питере? Слушайте, хорошая погода, нормальная, немножко ветер. С этой модели-то подскажете. Операцию делать буду, радиочастотную абляцию, скорее всего, осенью, либо под Новый год, потому что буду я получать квоту, потому что она такая достаточно дорогостоящая, ну там, по-моему, 1500 она стоит. Вот. И буду делать потом замену клапанов в сердце. Но это попозже, надеюсь, оттянуть этот момент до максимального, там, максимально надолго. Почему всегда низкие углеводки, это не вредно? Мне нет. У меня такой обмен веществ, к сожалению. Киров ждет вас. Да, Киров, завтра уже прилечу. 4 вылет, 16, значит, в районе 7 что-то буду. На протяжении какого времени можно L-карнитин пить? Тоже есть ограничения, потому что он из L-изомера конвертируется в D-изомер. Поэтому тоже порядка 6 недель, а потом делайте перерыв. Об этом практически никто не говорит, но это так и есть. Д-изомер в человеческом организме практически не активен. На массу сколько повторений в подходе? Нет такого количества повторений. Есть время под нагрузкой. Едите сладости на стевии, видимо. Нет, не ем. От карнитина обязательно потеть должен? Нет, не обязательно. Но некоторые отмечают вот это ощущение. Ну, что, наверное, неплохо. Эффективно ли кардио для сжигания с пульсом 160-170? Нет, при таком пульсе это уже анаэробный характер работы, и явно, то есть окисление жиров будет не, вряд ли будет. Локальное сжигание, статодинамика работает. И мне трудно ответить на этот вопрос, потому что на жесткой и правильной диете работает все, и в статодинамике в том числе. Леша Шабуни делает много упражнений, вот таких вот рассчитанных локального жиросжигания. Я в это верю. Ну, еще раз говорю, оценить вклад по отношению к правильно выстроенной диете тяжело. Но, не знаю. В плане городов, знаете, Липецк, не хотелось, знаете... Да, был много где, по-моему, уже всю Россию объехал в Липецк. Ну, значит, не было приглашения. Должны ли отличаться количество подтягиваемых гравитроне собственным весом? Ну, наверное, гравитрон же вам влечает. Знакомы ли с Ульяновым Васей? Не знаю, такое на память не могу сказать.
Нет, наверное. Сколько нужно принимать БЦА в день и за сколько до тренировки? БЦА практически 10 минут уже находится в крови, поэтому 10 минут, за 10 минут 15 грамм. Плечи растут многоповторки, плечи, все растут многоповторки, и плечи, и все остальное. Один подход из серии 4 по 30 секунд на группу 4. Да, хватит. В игре не были. Что такое игра? Наверное, не было, раз не знаю. Как связано потоотделение жиросжигание? Ну, потоотделение это теплопродукция, жиросжигание, так не знаю, никак не связано. По крайней мере, как оставаться умеренно сухим всегда, мезоэндоморф, диета, как еще, 15 грамм это один скуп. Ну, смотря какой производитель, не знаю, слушайте, задайте вопросы, я не знаю. Каждый производитель пишет, какого бренда посоветовали карнитин, ой, слушайте, не могу советовать, я вообще не знаком. То есть всем многообразием, которое есть, я приезжаю в другой город и вижу абсолютно другие бренды, потому что, ну, там, видимо, другие поставщики. Эффект кокосового масла, не знаю, как лучше работать на икры. Для меня многоповторка однозначно. Что значит многоповторка? Ну, в смысле, что значит многоповторка? Это много повторений. Сколько пью протеина в день? Сейчас две порции, больше не пью. Но опять же, из-за того, что не нужно. Есть смысл в подтягиваниях с весом? Есть смысл, да. Как вы относитесь к арахисовому маслу, как к источнику жирных кислот, хорошо. В Калининград не собираюсь, не знаю, стоит ли выступать, вот тоже хороший вопрос, понятия не имею. Если я пью много воды на сушке, наоборот, это круто. БМВ включается на стадо динамики, не понимаю, вопросы БМВ трудно сказать. Так, вызывает ли стевия выброс инсулина? Там вроде как ноль углеводов. Ноль углеводов в любом сахарозаменителе, по сути. А инсулин вырабатывается не на глюкозу крови, а на вкус. Поэтому предполагаю, что стевия тоже. Но вы попробуйте, разбавьте стевию в воде, сделайте замер уровня сахара в крови, выпейте, а потом сделайте еще. Если сахар упадет, значит выработался инсулин. Насколько вредно каждую неделю поднимать минимум максимальные веса, но это не нужно абсолютно точно. Насколько вредно, не знаю. Для трицепса отжимание на брусьях классное упражнение, очень любил его и почти сейчас уже не могу делать. Поэтому амплитуда должна быть полная, если вы тренируетесь в обычном классическом режиме. На бицепс два изолирующих, два базовых, ну нормально. Ну, многовато, на мой взгляд, но что делать? Что значит, почему круто вода на сушке? Потому что на сушке, да и вообще на любом, когда происходит какой-то ускоренный метаболизм, организму необходимо удалять продукты распада, в том числе и жирных кислот, аммиака, всего, то есть всех токсических компонентов, а на сушке их с избытком. И это здорово, что они остаются не в вашем организме, не в подкожно-жировой клетчатке, которая является депо токсинов, а выходит с самочой и выходит через почки. Какие добавки можно принимать при заболевании почек? Слушайте, не знаю. Надо почитать и посмотреть. Что скажете о соусах мистер Зера? Ничего. Мне подарили, у меня, по-моему, несколько есть. Ну как? Ну, они, если верить, они не содержат калорий. Гликолитические волокна работы на стадо динамики в меньшей степени. Можно ли наделать для... Что-то я пропустил. Правильно ли совмещать в одну тренировку многоповторку и тяжелые веса? На мой взгляд, неправильно. Но это еще раз говорю, только мой. БЦА не можно, знак вопроса. Не можно. Наверное, не можно. Всем, кто интересуется жиросжиганием статодинамикой, в армии, в хороших войсках все лишнее уходит. Я тоже думаю, что там хорошо работает статодинамика. Чем быстрее переваривают быстрые продукты. Пропустил так быстро, извините. Фрукты ем? Нет, не ем. Поеду на Бали, наверняка буду здесь, не ем. Они резиновые, они невкусные. ЗМА нормальная добавка? Да, у меня есть, я использую. Здравствуйте. При нормальном уровне жира у женщины может быть видно кубики пресса. Ну, я не знаю, что значит нормально. Где-то меньше 12%, 13% должен быть процент жира. Но для женщины это уже такой минимальный, нижний. Амины 4 двойки, в чем особенность? Ни в чем. Абсолютно ни в чем. Аминокислоты, то есть в гидролизованной форме там. Клетчатку добавлять в казеин на молоке нормально перед сном? Да, нормально. Лучшие упражнения на квадрицепсы не бывает лучших. А как вы себе представляете, есть лучшие, есть худшие? Во вторку лучше качать антагонист или можно делать с одной мышцей? А и так подойдет. Для чего мельдоний нужен? Прочитайте, там на обратной стороне написано, для чего он нужен. Набор массы за счет жиров возможен.
Ну, не знаю, слушайте, тот же Шелестов Сергей очень к ней хорошо относится и говорит, что да, ем клетчатку, на ночь ем, в течение дня 2 раза, принимаю грамм 30 в общей сложности. Что быстрее переваривается после приема пищи, например, мясо и творог. Ну, творог, конечно, быстрее. Предварительное утомление, как часто делать? Я не знаю, как вы тренируетесь, для чего. Вы делали рывок, толчок? Да, делал рывок, по-моему, около 100, плюс-минус килограмм, толчок, не помню. Шаги делать стоя или в наклоне? Ну, в наклоне больше будет ромбовидный включаться и низ трапециевидный. Коэнзим принимаю 300 миллиграмм в день. Сильно отличается принцип тренировки натуралов у ненатуралов? Нет, не сильно. Только объем. Как вы относитесь к Борису Сацурину? Высказывание, что дробное питание разгоняет метаболизм. Отрицательно отношусь к этому высказыванию. Вот. А к нему, собственно, к Борису Сацурину отношусь как к видеоблогеру, который имеет большую аудиторию и делающий свое дело, вероятнее, понятно только ему. Вот. Дальнейшее его, так сказать, в какую сторону он пойдет, какие линии продуктов будет выпускать спортивное питание, не знаю. Мельдоний, еще раз говорю, если вам интересно, Google помощь. Семенихин, я мало углеводов. Врачи ему сказали, что зря. Врачи не бывают фразы, что говорят зря. Я врачей столько прошел, это не медицинский термин зря. А как отношусь к гамбургеру Денчатмилову, у меня не бывает их, отношусь хорошо. Парилка после трех хорошо или плохо? У Силуянова даже есть про сауну определенные там какие-то исследования, так что какой идеальный завтрак, по вашему мнению? Ну, у меня извращенный завтрак, поэтому мой случай нереально рассматривать. Углеводы процентов, наверное, 60% на 40 белка и порция протеина до этого. Что эффективнее, гак или платформа, не знаю. Дядя Сережа знакомый? Да, знаком. Как отказаться от творога? Не походите, не покупайте в магазинах все. Творог содержит быстрые углеводы, не знаю, почитайте, смотря из чего стоит творог, который вы покупаете. Как увеличить силовые показания в базе? Я сейчас не завтракаю вообще, я сейчас уменьшил количество пищи, там я до 2000 калорий в день ем, поэтому у меня завтрака нету. Силовые увеличить в базе, возьмите любую лифтерскую программу и не выдумывайте, сделайте так, как делают ребята, которые уже научены этому, и не парьтесь даже, потому что, еще раз говорю, все уже придумано. Так что вот так вот. Номер один как источник сложных углей. Чечевица и перловка. Безуглеводка натураха нужна? Я не знаю. Кому нужна? Вы задаете вопрос. Вам нужна? Я же никогда вас не видел, не консультировал. Моим клиентам нужна. Стас, сейчас на курсе, на сушке, очень судороги сводят ноги и спину. Что попить можно? Не знаю. Ну, понятно, что попить нужно. Явно калий и магний, содержащие препараты. Ну, очень хорошо на безуглеводке, на сушке помогает жидкий магнезий. Сухое молоко использовал в начале 90-х? Нет, не использовал. Я никогда молоко не пил. У меня есть проблемы с его психологическим усваиванием. Боль в плече при жиме лежа. Заменит ли жим на наклоне? Да, заменит. А какие у вас варианты? В любом случае надо менять. В любом случае нужно менять. Если у вас болит плечо, то без вариантов. Станислав, тяжелая атлетика из Приморского края. Передаю большой привет. Приморский край, привет вам. Где афиша про семинар в Москве? Будет в Инстаграм, ВКонтакте, в группе, да везде. Психологическое усвоение. У меня в детстве меня отравили молоком, у меня психологически все, что льется, все, что белое, я не могу пить. Ну, это в голове проблема. Тут вопрос от Юхимбина, трясет руки, не пить. Ну, вообще не должно, вы там клинбутерол не подклевываете заодно там с Юхимбином, не знаю, не должно быть такого. Ну, убирайте, все-таки нехороший тремор, все-таки. Так сауна да или нет, в моем представлении сауна как сауна, то есть когда поход полноценный с шапочкой, там, не знаю, с заходами несколько нет. И если это для более быстрого восстановления, как такая терапия, то да, почему бы нет, прекрасный вариант, я считаю, что неплохо. Кофе тоже без молока пью, я пью кофе без кофеина, поэтому... Мне без разницы, молоком нет. Нет, в кофе могу добавить. Сметану в творог можно? Можно, если вы едите творог.
Пшена кругликемический индекс. Слушайте, найдите просто нормальный справочник, например, там диетологии Барановского, и ищите там справочник, таблицы, а не в каком-нибудь ресурсе хреновом. Какой процент жира должен был в рационе при обычном правильном питании? Примерно 0,7-1 грамм жира. Что за кофе без кофеина? Не знаю, любой. Якобс, Нескафе и даже зерновой кофе я пью без кофеина. То есть есть такие сорта. Да, оно точно такое же, по вкусу не отличается. Абсолютно, спасибо. Минимум углеводов, о которых можно опуститься при натуральном тренинге. Смотрите в зеркало, когда вы начнете рассыпаться, это и будет тот самый минимум. Для кого-то это 150 грамм, для кого-то это 100 грамм, для кого-то даже ниже. Судороги после тяжелой тренировки рабочей группы нормальные или проблемы? Не знаю, если длительно, то все-таки надо менять. Цикорий сейчас не пью, а кофе вредно, чем без кофеина, потому что у меня есть проблемы с давлением и с сердцем в целом, поэтому не пью. А обычный хлопья с молоком хороший завтрак? Да, да. Ну, если это не мюсли, а какие-нибудь правильные хлопья, почему нет? Белок считается в сыром виде. А он не сильно меняет свой вес, только вода плюс-минус, поэтому не принципиально. Горький шоколад можно ли есть? Можно. Лень сейчас идти на тренировку, что делать? Соберитесь вообще и даже не парьтесь. Набрал и пошел на тренировку. Что значит не... Часто ходите к мануальщику? Нет, не часто. Видно, что я пишу. Да, видно. Куда посоветую сходить в Питере? Планирую приехать в гости. У нас полно. Съездите в Пушкин, в Петродворец, в Павловск, в Эрмитаж сходите. В Дива Остров. Смотрите, с какого города вы приехали. Где купить футболку Optimum Nutrition? Они не продаются. А какой горький шоколад? 50% или больше? Чем больше процент содержания какао, тем лучше. После трения жжет под кожей, не пью при трене, не знаю, что такое. Что делать, если бицепс бедра не растет? Сложная мышечная группа, ищите что-то вы не так. Хотели бы жить в Москве? Нет, не хотел бы. Мне не нравится темп жизни в Москве. А почему при беге колет в боку? Слушай, типа есть ответ на вопрос, там обмен кислородом. Почитайте, задайте вопрос, я не помню, все сложно, то есть за счет того, что быстро вдыхаете носом, делаете вдох глубокий, и ртом выдох, и тогда не будет этого покалывания. Там, по-моему, там скопление, опять же, молочной кислоты, сейчас не вспомню. Почему бицепс бедра сложная группа? Ну, потому что сложная, такая же, как и икры. Не знаю, почему. Да, Миша, обязательно передай привет. В каком зале тренируетесь? К вам зайдем. Fresh Fitness. Заходите. Заходите. А, в озерках. Хочу футболку Optimum Nutrition Team. А вот Optimum Nutrition Team их вообще нет. У меня в Америке три перепала, а так это действительно только эксклюзивные. Ну, либо сами сделайте. После тяжелой тренировки статус динамики на бицепс болел 3 дня. Хотя раньше не болел. Ну, любая новая нагрузка, она, естественно, будет являться стрессом. Не растут мышцы ног. Что делать? Искать причины. Значит, не так тренируете. Вероятнее всего, тот тип тренинга, который... Еще один ублюдок. Ай, подожди, не уходи, да, я тебя заблокирую. Ага, о, отлично. Бицепс не болит в последнее время. На тренировке горит, на следующий день нет ничего. Да и слава богу, не болит и не болит. Тренируйтесь дистанционно, можно ли обратиться? Да, только если вы не спортсмен. Потому что, еще раз говорю, готовить больше никого не буду. Только для себя, для души. Продлишь СССР вместо протеина или детское питание. Да, инпит назывался. Продавались в магазинах диета. По крайней мере, в Санкт-Петербурге. Да, неделя в силовом режиме 80%, высоковолтурка нет, высоковолтурка это больше. Плечи горят жестко, статус динамик, но не болят. Почему? Почему они должны болеть? Потому что вы думаете, что болит, значит растет, но значит вы остались до сих пор в 20 веке. Боль хороший показатель хорошей тренировки? Нет, боль не показатель вообще ничего. Болит, значит болит. Бедра значительно увеличили в силе, но не выросли в объеме. Что делать? Менять характер тренировки, либо питание. Что-то не то. Что делать на икроножной? Всегда чувствую только маловидно. Ну подъем на носки стоя с выпрямленной ногой. Можно ли пресс не расти? Может ли пресс не расти из-за генетики? Я не верю. К предтреникам отношусь. Лично я сейчас не пью их, а вообще они решают определенные задачи. Вот, поэтому, если вы не можете без них, только умеренно пейте. Только берцовый увеличился. Берцовый не бывает мышцы, есть больше берцовый.
как связаться с дистанционным тренингом, написать мне ВКонтакте, либо в директе, а как тогда понимать, хорошо потренил или нет? Ну, если вы хорошо потренили, то как вы понимаете, почему у вас должно что-либо болеть? Вы, не знаю, сходили на хороший фильм, посмотрели. Как понять, что вы хороший фильм посмотрели? Вам нравится этот фильм? Вы оттренировались объемно, интенсивно, в кайф. Ну, вот хорошо. Болит и сводит стопы. Да, я знаю, так бывает. Ну, возможно, не хватает магния. Возможно. Пейте что-то вот калий, магний содержащее. Как кардио советуешь на сушке? Так же, как и не на сушке, два варианта, либо с утра, либо после тренировки. Других вариантов я не знаю. То есть, может быть, уже новые какие-то придуманы, нет, к сожалению. Все, силовые зависят от диеты. Ну, конечно, зависит от того, насколько вам энергии хватает. Пьете пустырник? Нет, не пью. Пустырник не пью и не был нужным. Как тренирую дистанционно? По скайпу? Да, только в скайпе даю консультации, ВКонтакте нет. Что из аптечных препаратов можно принимать натуралы, да все что угодно. Я не знаю, для каких целей вы собираетесь покупать препараты в аптеке. Комплевит заменит витамины от производителя. Ну, Жигули же не заменит, то есть на Жигулях тоже можно ездить, но Мерседес не заменит. Витамина Optimum Nutrition в день достаточно, от чего отталкиваться? Две капсулы я пью и рекомендую две. Почему вес скачет? Может быть отечный синдром. Если в течение дня большая разница, то запросто. Как к инфракрасной сауне отношусь? Ну, там другой принцип действия, да, то есть нормально отношусь. Кстати говоря, мне бы она подошла, вот что. Температуру мне нельзя повышать, а вот в инфракрасной сауне может быть. Но у нас нету в клубе. Вы круглый год пьете оптимально? Нет, не круглый год. Сейчас уеду на отдых, буду есть морскую рыбу, есть правильную пищу, есть правильные фрукты с дерева и, соответственно, не буду есть. Зачем? Как к солярию отношусь? Хожу в него раз в две недели примерно. Ну вот перед Бали похожу еще пару раз, чтобы... Сильно начали болеть суставы. Ну а что? Не знаю, что тут посоветовать. Либо ищите причину, если какая-то уже трофические изменения в связочных суставных тканей, ну, угробите вы ее. Претрен необходимая добавка, когда стоит начать принимать? Нет, не, она в список необходимых абсолютно не входит. Как отношусь к тренировкам по типу телосложения? Хорошо, если вы реально знаете свой тип сложения. Быстрые угли не нужны после трения? В моем представлении нет. Какие фрукты советуешь на сушке? Никакие. Абсолютно никаких не советую. Не вижу в этом смысла. Солярий в день тренировки без разницы. 5 минут солярия никак не влияет. Сладкое с чаем какое пьете? Никакое. Не ел сладкого несколько лет. Как вы не стесняться своего здорового образа жизни? Спокойно. Пускай бухает, а вы не бухаете. Пускай курит, а вы не курите. Пускай люди идут в ночной клуб, а вы на тренировку там или в ресторан бухать. Вообще идеально. Забиваются локти? Не знаю, локти не могут забиваться. Локти... Вряд ли у вас могут локти забиваться. Вот. Так, друзья, почти час прошел, надо мне, наверное, кушать, вот, потихонечку, потому что через час надо потренироваться, еще сделать кардио. Ну, кардио в моем понимании, да, как старичок похожу на дорожке с наушниками, зато хоть есть возможность теперь послушать или почитать семинары, вот я сейчас смотрю, Дадали, очень интересный, советую вам посмотреть все его лекции. Вот, заходи сюда, когда педали крутить будешь. У вас там Wi-Fi мертвый, хотя я могу через оператора, но тоже не всегда. Можно, да, надо попробовать. Вот, так что, наверное, сделаю обязательно. Так что в следующую же неделю увидимся, потому что завтра улетаю в Киров. Вот, прилечу в воскресенье, потом 5 дней здесь, Москва, потом обратно, потом Орел, так что... В середине недели, как оклемаюсь после приезда, сразу и пообщаемся. Вот, так что, друзья, давайте, будьте здоровы, вот, счастливы, берегите себя. Надеюсь, что лето в большей части России, где мы сейчас там, с вами общаемся, уже наступило. Вот, без заморозков, без всяких там катаклизмов. Так что давайте, берегите себя, своих близких. Надеюсь, до встречи. Все, пока-пока и до встречи.